Всем привет! С вами канал Art Mania. И сегодня у нас видеообзор на вот такое вот воздушное суфле «Пухлый кролик». А вкус клубника со сливками. Такая, смотрите, здесь клубничка. Они такие нежно-розовенькие. Вот, покупала их в Фикспрайсе. Стоили они где-то 25 рублей. И здесь у нас 85 грамм. Так, ну, конечно, состав черными буквами на красном фоне, это очень сложно читается. Но я надеюсь, то, что вы нажмете стоп сейчас и прочтете. Поправлю. Во. Так будет вам точно видно. Так, здесь изготовитель, кому это необходимо. Вот. И давайте ее откроем и посмотрим. Попробуем, что же у нас там внутри, вкусно это или нет. Я, кстати, с вами первый раз ее пробую. Так, тарелочка. О, выскочил, один убежал даже. А, тут даже, смотрите, сделали картинку в виде кролика. Останется еще глазки дорисовать и ротик с носиком. Такие вот они интересненькие, мягенькие такие довольно, нежно-розового цвета. Давайте вам все покажу. Их тут довольно много. Ну как, не вот прям много, но достаточно. Жалко, конечно, что 85 грамм, что не делают как-то именно ровно по нулям. 100 грамм или 50, как-то так. Было бы попроще посчитать, что сколько там получится за килограмм. Как-то 85 ни туда, ни сюда. Все равно, что 81 или 83. Ладно, не будем, давайте болтать. Давайте ее попробуем. Вот этот вот попробуем, такой пухленький. А в некоторых, кстати, вариантах кажется, что действительно это какой-то кролик. Прям вот видно, как будто ушки, лапки вот так вот, ножки. Тут можно найти. Пробуем. Такие они мягкие, нежные, чуть-чуть совсем, вот немножечко сладенькие, а вкус клубники со сливками, сливки, может быть, да, ощущаются, а клубника где-то так, знаете, вдали, так, чуть-чуть совсем. Ну, конечно, если бы мне закрыли глаза просто и дали бы попробовать, я бы не поняла, что они с клубникой, как так отдаленно совсем. Давайте попробуем вторую. Какую-нибудь эту давайте. Такая необычная. Вот сливки чувствуется. Я еще подумала про название, думала, что тут по-другому написано. Написано «Вкус клубники со сливками», а по ощущениям как будто вкус сливок с клубникой. То есть первое сливки, а потом уже клубника. Больше вот так вот. Ну, что-то так, больше так нежно-сладенький такой, что-то сливочное там такое вот. Клубники как-то так. Напишите свои, кстати, отзывы в комментариях мне. Кто пробовал в YouTube. Также смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Также обзоры на продукты из других магазинов, не только Фикспрайс. Обзоры из магазинов Победа, Светофор на продукты, на всякие шоколадки, вкусняшки. У меня только самые настоящий обзор, без всяких там шуток, самые такие, самые классные. Вот, и обзоры эти делаю я для вас, чтобы вы не покупали какую-то там фигню, а посмотрев обзор на определенный продукт, знали, что, может быть, он плохой чем-то, не совсем вкусный, пересоленный, некрасивый, и все такое. Так что это все для вас, не для себя я это делаю. Также у нас есть на моем канале живопись, кулинария, фоны качественные очень и красивые, с приятной музыкой. И на сегодня это все. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно лайки. Подписывайтесь с колокольчиком, пишите комментарии, свои отзывы. И всем пока-пока.